3 декабря в вечернее время сотрудникам госавтоинспекции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Зои Космедемьянской города Саратова. Со слов очевидцев, водитель грузового автомобиля совершил наезд на стену жилого дома, после чего повредил припаркованную во дворе иномарку. На место происшествия незамедлительно было направлено 5 экипажей ДПС. В районе остановки 3-я дачная, схожий по приметам автомобиль был обнаружен. Полицейские предприняли попытку остановить транспортное средство. Однако на неоднократные требования инспекторов ГИБДД злоумышленник не реагировал. Уходя от преследования, правонарушитель совершал опасные маневры. В дальнейшем на улице Чапаева автомобиль был остановлен, а водитель задержан и доставлен в отдел полиции. Установлено, что 34-летний саратовец на момент совершения ДТП по решению суда уже был лишен права управления транспортным средством. От прохождения полного медицинского освидетельствования гражданин отказался. В отношении мужчины составлен протокол об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 19.3, частью 4 статьи 12.7 и частью 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Помимо этого, в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.